Где ты, мой утешитель? Ты опять колдуешь? Когда ты бросишь фантазировать, Дульси? Ты знаешь, я даже нарочно, когда работаю, нарочно думаю о другом. Сочиняю себе другую жизнь. А когда очнусь, мне страшно делается. И ты сочиняешься, милочка. Инспектор уж заметил и шепнул хозяину. Если бы знать такое слово, скажешь ты это слово, и придет настоящий кавалер, замечательный. Скажешь ты его, и он убивает инспектора наповал. Скажешь ты его, и ты становишься заколдованной дурой. Вот он, и без слова пришел. Я буду ждать у дверей, Дульси. Бен, девушки дурно говорят про тебя. Что? Скажи мне, какие девушки говорят, и они перестанут. Бен, не жди меня. Я не пойду. Ого! Я могу и уйти. Я устала, Бен. Ты пойми, я устала. Не ломайся, девушка. Ты что? Таких, как ты, много в этом городе. И цены на вас не поднимаются. Где ты, мой утешитель? Портер. Ну, получайте ваш рассказ. Прочитал. Вы великий утешитель. И я не ошибся, что назначил вас в аптеку. Сэр, я могу здесь писать только благодаря вашему разрешению. Вот если бы вы оказали такую же справедливость Джемсу Валентайн. Но, Портер, это уж слишком. Вы бы имели одним покойником меньше в тюрьме. Ведь он же умрет здесь от туберкулеза. Нам не дают наград за уменьшение смертности в этом учреждении. Да. Джемс Валентайн замечательный механик, художник. Он работает по точным механизмам. У него пальцы волшебника. Он мне как-то рассказывал. Вот потому-то он и взломал сейф. Ну, будто вы не знаете, начальник, что у властей фантазия работает не хуже, чем у писателей. Джемс Валентайн замешался в какой-то идиотский рабочий конфликт. Ударил хозяина, кажется. Ну вот, ему и приписали уголовное дело. А он чист, как и я. Ну, не я же украл эту $1000. А вот сижу здесь. Вы умный человек, Портер. А рассуждаете, как писатель. Закон защищает принцип, а содержание обвинения — это деталь. Деталь, которая только определяет длительность наказания. Я думал, вы думаете о себе. Каждый о себе. До свидания, Портер. До свидания, сэр. Кто? Кто подпилил? Кто? 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 Кто подпилил? Не двигаться! Глядеть на меня! Ну? Это сделал я! Начальнику! Начальнику! Разграбливай начальника! Я не просил его об этом. Аптекарь требует вниз. Я должен закричать об этом на весь мир. Мое сердце разорвется, если я не закричу. Как дела, Портер? Все в порядке, господин начальник. Это вам из редакции. Благодарю вас. Сэр! Да? Я хотел бы сообщить вам об одном деле. Мир нуждается в сострадании, сэр. Я сегодня... Опять обмывал избитого арестанта Джемса Валентайна. Это чудовищно, сэр. Это бесчеловечно. Если общество узнает об этом... Нос. Я позволил себе изложить это в письменной форме. Вы до сих пор хорошо себя вели, Портер. И получили привилегии в тюрьме. У вас чистая постель, хорошая пища. Вас перевели в аптеку. Вы подумайте, начальник. Джемс Валентайн совершил благородный поступок. Он взял на себя чужую вину. В нашем учреждении каждый должен действовать сам за себя. Вы до сих пор не испытывали никаких неприятностей, Портер. Вам даже разрешается писать билетристику и наполнять корзину разорванной бумагой. Портер, идите-ка сюда. Я вам лучше пришлю бутылку виски. Зачем ты это сделал? 16 лет я гнию здесь, Эль. Мне недолго еще осталось скрипеть. А вы выйдете на волю. Перед тем, как сдохнуть, мне хотелось сделать что-нибудь утешительное. Я хотел поблагодарить вас за то, что вы передали мне привет от моей старушки. Зачем здесь избивают невинных людей? Невинных? А кто виновен? Я виновен. Я подпилил решетку. Взять его и всыпать ему 75 горячих. Попробуй только тронуть меня, проклятый трус. Попробуй только привязать меня к этому чертову корыту. Попробуй только! Клянусь. Если после этого я останусь в живых, я перережу твою проклятую глотку. Получать лекарство! Эль, вы, кажется, говорили с начальником, как джентльмен с джентльменом. Вы забыли, что вы с ним не равны? На свободе кольт 45-го калибра уравнивает всех людей. Примите на ночь, Джимми. Что? Как самочувствие? Спасибо, Билл. Спасибо. Вот. Ребята, почитайте мой новый рассказ. А что, мистер Портер, если бы вы написали про этот наш милый особнячок, чтобы фраерам на воле расчесать совесть, Напишите, Билл, выпустите в них все 6 зарядов. Говорят, лето будет очень жарким. Получайте ваше лекарство, Эль. Билл! Сэр, я здесь не в качестве репортера и не могу принять на себя подобной ответственности. Вся эта тюрьма со всеми ее гнусностями меня нисколько не касается. Вы же художник, вы должны. Запомните, Эль, художник должен писать о том, что ему снится, и о том, что ему сказал попугай. Попугай. Ты знаешь, Сэди, Бен Прайс позвал меня сегодня ужинать. Не может быть. Бен Прайс страшно шикарный. Он водит девушек в самые шикарные места. Ты счастливица, Дульси. А ты давно была в лунопарке? Не помню, когда. Ты знаешь, это очень скучно, когда между двумя удовольствиями проходит не 2 часа, а 2 времени года. Может быть, когда-нибудь придет другой. В глазах у него будет тайная печаль. Я буду немного бояться сурового, но нежного взгляда его глаз. И когда он придет в этот дом, его сабля со звоном будет колотиться об его ботфор. Я пришлю его к тебе в карете скорой помощи. Добрым принцем в белом халате. Он поскачет искать тебя по дебрям города и, найдя в заколдованной светелке под крышей меблированных комнат, он пробудит тебя поцелуя от голодного обморока. Его сабля со звоном будет колотиться об его ботфорты. Сабля будет колотиться со звоном. Когда-нибудь, как-нибудь мы сойдемся в далеком краю. Сыщик Бен Прайс по срочному делу. Ага. Иди. Здравствуйте, Прайс. Ну, как дела? Дела шикарные, начальник. Бандиты отдыхают на дачах. Банкиры обкрадывают кассы. Да. Да, сэр. Есть. Без динамита? Не знаю. Вряд ли найдется. Прайс у меня. Переговорю. Ну? Ну и требуется опытный взломщик, чтобы вскрыть сейф, очищенный опытным банкиром. Шикарно? Без динамита. Назначена большая премия. Послушайте, Портер, вы не знаете, кто у нас может открыть сейф? Какой сейф? Какой сейф? Обыкновенный, банковский. Железную кассу. Так у нас 40 артистов найдутся на это дело. Немного нитроглицерина откроет любой замок. Читайте. Банкир Адамс сбежал, прихватив с собою 2 миллиона. Прокуратура изыскивает способы открыть сайт, в котором остались важные документы. Хорошенькая тема для рассказа. Да, но кто откроет сейф так, чтобы бумаги остались в целости? Джемс Валентайн. Джемс Валентайн. Что он, профессионал, что ли? Он рассказывал мне о придуманном им необычайном способе, которым он открывал сложнейшие механизмы. Страшный способ! Приятно думать и говорить о нем. Он спиливает себе ногти и обостренным осязанием нащупывает движение скрытого механизма. Портер, возьмите. Благодарю вас, сэр. Вот в прошлый раз, Портер, вы говорили о сострадании, в интересах общества. Вот обществу и нужно, чтобы этот сейф был открыт. А вы можете помочь Валентайну. Я скажу, чтобы вас пропустили к ним в камеру. Он очень озлоблен, сэр. Обещайте помилование. И тогда принц подошел ко мне, завернул меня в одеяло и вынес меня на руках. Он был такой высокой, стройной и красивой. Только лицо у него было шершавое, как половая щетка, и от него разило водкой. Он посадил меня на лошадь прямо перед собой, и мы помчались по дороге, окруженные рыцарями. Ну и врет. Людям от этого только польза. Людей нужно лупить правдой по башкам, чтобы знали, что делать. Вот, если бы изобрести такой инструмент, чудесный, поднес ты его к двери, двери нет, поднес ты его к надзирателю, надзирателю нет, вышел ты на улицу, и ни хрена нет. Сыночек, 16 лет я хожу. Попроси на часик, сделай для матери. Фух. Уходи. Сыночек, ведь я мать. Говорят, тебе нельзя! Сыночек, скажи же ему, что я каждую ночь прихожу под его окна, чтобы вы только ближе к нему, сыночек. Говорят, тебе свидание ему не разрешены! Да никогда не разрешены! А помилуют? Помилуют, Джимми! Как вы думаете? А, Билл? Ты поел бы, Джимми. Что? Поешь. Да-да. Поесть. Как вы думаете, Билл? Есть, Джимми. Много колоды, счастливый кат, счастье куки на дождь. Раз Джимми, дружок, попал на пад, спят одную ночь. Спящий дом, двери себе, гости прими, но открыв. У кассы железной, как бебе, Джимми был счастлив. Малютка глазки протирая, в пижамке стоит у входа. До Добрый вечер, дядя, какая хорошая погода. Папы и мамы дома нет, я рада, что вы пришли. Буфет я из пара холодных котлет и бутылка сябли. Я папу и маму очень люблю, располагайтесь здесь. Сейчас я вас напою, накормлю, и вы исправитесь. Крошки ему я хотела вам бы дать совет простой. Вы теперь скажите, амба, жизни воровской. Валентайн, начальнику. Валентайн, начальнику. Джимми, Джимми, иди. Договорились. Вам достаточно будет полчаса на приготовление? Да. Крони, в аптеку? Идем. Нельзя писать чернилами. И нельзя писать кровью своего сердца. Надо писать кровью чужого сердца. Метаморфозом Джемсом Валентайна. Начальник тюрьмы передал Джимми бумагу об его освобождении, подписанную утром губернатором. Джимми принял это сообщение с каким-то равнодушным, усталым видом. Начальник тюрьмы продолжал. Возьмите себя в руки, постарайтесь стать человеком. Перестаньте взламывать сейфы и живите честно. Да, с удивлением сказал Джимми. Да я во всю жизнь не взломал ни одного сейфа. Но разумеется, рассмеялся начальник тюрьмы. Вы не хотели скомпрометировать кого-нибудь из самого высшего общества. И поэтому не старались доказать свое алиби на суде. Переспросил Джимми с видом недоумевающей добродетели. Ой, «Приведите его к Рони», — с улыбкой сказал начальник тюрьмы. Наверх Джимми отпер дверь одной из задних комнат. Комната была в том же виде, как он ее оставил. Лежала запонка Бена Прайса, которая была сорвана с рубашки этого знаменитого сыщика, когда ему удалось осилить и арестовать Джимми. Было. А теперь... он и любовно посмотрел на самый прекрасный набор инструментов взломщика на всем Востоке. Изготовление их стоило больше $900 в месте, где подобные вещи изготовляются для профессионалов. Затем один из старомодных банков Джефферсон-сити, подобно вулкану, выбросил из своего кратера $5000 банкноты. Бен Прайс лично осмотрел место. И слышали, как он заметил. Взгляните на этот секретный замок. Он выдернут с такой же легкостью, как редиска в мокрую погоду. Посмотрите, как чисто выбит предохранитель. Джимми никогда не приходится буравить больше одной дырочки. Да, мне действительно нужно заняться мистером Валентайном. Года положение мистера Ральфа Спенсера было следующим. Он снискал себе уважение сограждан, его сапожный магазин процветал, Аннабель гордилась им и любила его. После завтрака мистер Адамс, Аннабель, Джимми и замужняя сестра Аннабель со своими двумя маленькими девочками 5 и 9 лет пошли все вместе в банк. В Эльмарском банке был только что установлен новый сейф и построена новая кладовая. Мистер Адамс очень гордился ими и настоял на том, чтобы все их осмотрели. У банка Джимми ждали лошадь с кабриолетом и кучер, который должен был доставить его на станцию железной дороги. Банкир бросился к ручке и, дергая, старался повернуть ее. Дверь невозможно открыть. Часы не были заведены, и соединительный механизм не установлен. Мать истерично вскрикнула. «Псс!» — прошептал мистер Адамс, поднимая дрожащую руку. «Агата! Послушай меня!» В наступившем молчании до них доносился только слабый отзвук. Охваченный паникой ребенок плакал в темной кладовой. «Сокровище мое!» — жалобно взвыла мать. «Она умрет от страха! Откройте дверь, выломайте же ее! Неужели же вы, мужчины, ничего не можете сделать?» Кто-то с отчаянием предложил прибегнуть к динамиту. «Ближе, чем в Литл-Роке, нет человека, который мог бы открыть эту дверь», — дрожащим голосом сказал мистер Адамс. «Неужели вы не можете что-нибудь сделать, Ральф? Придумайте что-нибудь!» Женщине ничто не может казаться совершенно невозможным для человека, перед которым она преклоняется. Он посмотрел на нее, и на его губах засветилась странная и мягкая улыбка. Она засветилась в его проницательных глазах. «Аннабель, дайте мне, пожалуйста, розу, приколотую на вас». Веря тому, что она его правильно поняла, Аннабель отколола розу от своей груди и подала цветок ему. Ральф Спенсер исчез. Джимми Валентайн занял его место. «Отойдите все от двери!» Оставь. Не надо. Какой хороший рассказ. Я хочу знать, чем это кончится. Оставь! Оставь! Какой чудный Джимми! Какой чудный писатель! Великий утешитель! Враки! Нет, не враки, а так должно быть! Вот должно быть! Вот Валентайн. Отойдите от двери. Вот, джентльмены, готово. Позвольте. Ступайте. Сэр, разрешите мне, могу я спросить, когда я буду освобожден? Никогда. Но мне было обещано помилование, сэр. Как же это? Прайс, ведь вы меня знаете. Мы знаем вас, Валентайн. Тюремная карета ждет вас. Талант! Не передумала, Дульси? Нет, не передумала. Уйди, Бен. Инспектор смотрит на нас. Зайдите в контору за расчетом, мисс. Что? Контору за расчетом. Господин инспектор, почему? Господин инспектор, ведь я же никогда, Контору, мисс. Господин инспектор. Господин инспектор. Сэди. Опустите кот. Без врача можете видеть. Аптекара, позовите. Открытие. Подбодритесь, ребята. Помилуют! Помилуют! Здорово, Билл. Подбодритесь, сочинитель. Сошло хорошо? Отлично. Хотели бы вы видеть, как я открывался? Нет. Не рассказывайте. Лучше выпейте вот это. Утешительное лекарство. А я написал про вас хороший рассказ, Джим. Да. Я сделал вас молодым и цветущим парнем, который нравится девушкам. Очень ловко получается счастливый конец. Счастливый? Да, счастливый. Теперь же все пойдет хорошо. Вы женитесь. На очаровательной девушке. И будете вице-президентом банка. Друзья, выпьем. За мое последнее кровохарканье. Да придет оно поскорее. Да, Билл. Я прочел вашу книжку. От начала до конца. Из нее я впервые узнал, какой может быть настоящая жизнь. Вот на этой бумажке я написал, чего я никогда не знал. Я никогда не видел океана. Я никогда не пел. Никогда не танцевал. Я никогда не был в театре. Никогда не любил. Да, Билл, я ни разу за всю свою жизнь не заговорил с девушкой. А мне 36 лет, Билл. Ничего, Джимми, вы все еще успеете. Вот выйдите на свободу и как-нибудь все наверстаете. Как-нибудь мы садимся в чудесном краю, ни болью души, ни тоскою, не спугнем беззаботность свою. Мы садимся когда-нибудь вместе в весеннем нездешнем краю. На колени любимой невесте каждый голову склонит свою. Как-нибудь мы сойдемся в чудесном краю. Ни болью души, ни тоскою, не спугнем. Молчать! Билл! Билл! Меня никогда не освободят! Обманули! Обманули! Обманули? Откройте! 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 такое? Это немыслимо. Господин начальник, это чудовищно! Что такое? Неужели Валентайн обманут? Это противно чести и человечеству! Ему же было обещано освобождение. Я уговариваю! Молчать, Портер! Или вы забыли, что полагается за нарушение дисциплины в этой тюрьме? Я джентльмен, сэр, и я обманул. Здесь нет джентльменов. Или вы забыли, что когда тюремного аптекаря поведут вниз, его некому будет обмывать после операции? Успокойтесь, Портер. Ведь вы же хотите стать писателем. У вас другая миссия. Вы еще можете быть полезным членом общества. Я хочу вам дать повышение. Вы будете секретарем Иканова. Возьмите. Это от поставщиков. Это вам прислал начальник. Ничего не может быть подлее. Какой я трус, проклятый трус. Да, нужен еще конец. Сейчас будет конец. Конец, 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 конец. Джемс Валентайн, не глядя ни на кого, надел пиджак и вышел за перегородку. Довольно странно. Бен Прайс повернулся и медленно пошел по улице. Какой хороший писатель, Сэди. А жить на что буду? Ну, тогда спи с Беном. Как хорошо. Я люблю благородного Джимми. Я люблю благородного Бена. Сэди, я ходила к хозяину, просила, чтобы он меня принял обратно. Ну? А он накричал на меня и сказал, что я никогда, нигде не буду работать. Почему? Потому что я некрасивая и худая. Сэди, закрой дверь. Ага. Иди сюда. Передумала? Передумала. Ну вот, и разбудил меня принц своим поцелуем. Твое сердце бьется чересчур громко, Дульси. Это слишком банально для хорошего искусства. Никогда я не смогу написать то, что знаю, то, что надо написать. Может быть, когда-нибудь придет другой, придут другие.